Сегодня проект главы округа Андрея Иванова «Салют Победе» имеет особое значение. Ведь патриотическое воспитание и любовь к родине каждого из нас – залог мирного будущего нашей страны. Мы должны четко знать, что у меня есть своя любимая родина, у меня есть своя семья, у нас есть наши ветераны, которые за нас с вами сражались. В 41-м году, в 45-м. В поселке санатория имени Герцена почти каждая семья имеет свою военную историю. Во время Великой Отечественной совсем рядом проходили кровопролитные сражения. В память об этом в центре поселка разбит сад ветеранов. В братской могиле покоятся защитники Родины. А легендарные русские витязи и стрижи – современная визитная карточка этих мест. В поселке Новый Городок, Герцена и ближайших тем, что у нас есть самолеты, те самые русские витязи и стрижи. Конечно, мы, обращаясь к ним, воспитываем молодежь, и молодежи это нравится. Это большой козырь в этом смысле исторически, для нас территориально в том числе. А благодаря патриотической эстафете местные школьники узнали, чем славен город-герой Тула. Какой великий подвиг совершили его жители, чтобы не допустить врага к столице. Символы эстафеты, знамя победы, офицерский наган и фронтовое письмо «Треуголка» перешли в теруправление Новоивановское. Полина Бахова, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».